Люди есть хотят. Мне Олег, по-моему, номер не кидал. Да. Вот, ешьте. Знаете, вот профессор лужи кидает, ну, типа профессор, короче, вот эти лужи зеленые. Так вот, блядь, у меня в школе такие же, блядь, лужи зеленые были, только с насваем. Сука. Я как-то раз, ну, блядь, пришел на урок, короче, сел, кинул свой портфель, все заебись, потом смотрю, просто пол портфеля в этой жиже. Сука. Магия. Пидесница. А без нее начнем. Давайте спускайтесь. Запускайте босс. На акму дадите на пол. О, ты тише. На двух, на трех хилах освобожденка. Не стакайте там минки. Два стака и хватит ему. Поверни его еще немного к нам. Все. Перетяжка 2 секунды. Одна секунда. И побежали. Бежим. И бежим. И бьем. Терс поднимись на взлетке кромового утеса. На двух хилах освобожденка. Поднимай его. Забафайте его метки вниз. Захватайте метки. Убиваем склепы. Трава далеко. Я не вижу. А, слева близко. Крайне левый побить. Слева близко. Последний склеп. Подбивайте уже их. А, слева далеко. Заливайте склеп сейчас. Наберите их. Трава больше не падает. На двух хилах освободим. Беги, малыш! Бежим. Громовый час поднимешь, зараза. И войдет, поднимешь ханта. Забавайте их назад. Ханта захильте, ханта захильте. Не отвалился. Серж на взлетке залежь по 8 ману. Да, заливайте и пробафайте ханта и мага. Метки вниз. А никто не бафает, они вруны. Накажем. Трава падает. Крайне левую подбейте. Трава далеко падает. Слева далеко. Слева, последнее. Все, заливаем. Склепы заливаем. Сержа залейте. Сейчас, блядь, чуть не задохнулся там. А дайте пристав баф, если есть возможность у кого. На 4 хилах освобожден. Точнее, на 3. Не стакайте там милики, не хлопайте. Вторая фаза пошла, первый подбосс.
Неси под босс. Дубовую кожу отдашь. Следующую тоже под босса. Захиливайте, захиливайте. Не хлопайте, блядь, под босса следующую. Той там. Миникет отошли. Заливайте. Все, не бейте пока что. Не бейте, сейчас МК сдохнет. Прожмись потом. Пел. Давай тоже под босса, стой там. Захиливайте танк. Не сдох там. Бейте склеп. Следующий выносите под босс. Перед проседает. Сульника под босс. Заливайте склеп. Следующего влево выносите, давайте веру. Влево выноси. Влево. Влево, лево. Ё-моё. Бейте пока босс. Следующий под босс. Так, стой там. Гимн на хп, хопка, дай гимн на хп, хопка, гимн на хп, хопка. Ее сейчас не бейте, сейчас притяжка будет. Слева РДшники подбейте пока. Эл, гимн на хп дай и влево выносите. Вася, выноси влево. Добивайте уже этого босса. Так, талисман упал. Талик, аналик. Я помню твои руки. Так, талик, на мои надо кому? Я помню твое тело. Так, кто там из вас выше? Белиссимо. Сейчас мы поглядим. Я пожилой анальный певец, да, это я? Куквасик, ты писал на их что, хотя... А, не-не-не, я думаю, этот шер... Худестница выше, нет, все равно. Нет, она ниже. А, нет, да, выше. Я не пролистал. Отдаю тогда к десницу. Хосин, вы же вообще имеете второй стек. Да, давайте токен. Защитник надо кому? Так, кто там из вас выше? Вася, ниже, тогда ниже. Хаба выше. Отдаю хабе. Ребят, не хочу ни на что намекать. Зашел демоном, чтобы у вас рейд был удачный. У меня коня нету на локе. У меня тоже коня нет. Что нам делать? Пиздуй на демона. Давай его пополам. Порежем. Мне голову, тебе остальное. Я будет садник без головы. Как тебя не коня держит? Я зайду на вары. Не могу тогда, Даш. Мне на ничто на лока тоже надо такое. Ну, иди на лок, и все. Так мне и на вар нужно. Так, сейчас я забегу. Мне по пуху. Так, сейчас полминуты. Давно из-под губы выковыривает. Кофе успеем сделать? Есть у кого два желтых камня? Я потом смог верну. Нет. Один оранжевый. А витрина это оранжевый считается, да? Но мне нужен царский интер.
Нет, такого добра нет, к сожалению. Так, давайте покачаем на готовность. Перестал просто переходки и кинешь СС на акму. Так, удроп, у тебя, по-моему, стан качен, да? Конечно. Да будешь ставить. А, блядь, спек с лужами забыл сделать. Сейчас опять. Так может у Дарниона есть, он там, по-моему, тоже ДК. А, у него тоже лужа не вкачана. Сейчас я 5 секунд. А, нет, качана. Стой, МК, стой. У есть у человека вкачана лужа. Чё-то не привык прочно. Просто. Ты можешь спекнуться в ВДК, если хочешь. Нет, ВДК нет. Но в ВДК стой, не надо лужу вкачивать. Так, еще один чек. Так, в общем, утроп, ты будешь станешь все треугольники, первую волну станешь Киселенка, и первую волну пускай Герцогиня станет. Фу, блин, скажи Сержу, чтобы он спекнулся кота. Блин, а, это что, точно. Было непонятно, что ли, что он только на Синдру спекается? Я забыл про него. Серж, давай спекайся в кота. Мы не пойдем никогда, блин, в 5 хилов плеча бить. Ты, если что, герцогиня, давай будешь вторую волну встанешь кружочек. А Киселенка пускай станет вторую волну ромбик. А Серж, ты встань, пожалуйста, все. А, так, ромбик, кружочек. Встань, кружочек. И на переходке первый эл споешь гимн на ману, и на второй хопка споешь тоже гимн на ману. Громовой утес заливаешь на переходке первый куваси ману. Потом не ставишь куваси. Кралька, будешь... Кралька, ты тот кралька? Че? Ты такая милая, обаятельная. Дай крест лок. Так, я пока запускаю. И... Джейми на после переходки кинешь СС на попал. Роман, как отдохнул, кстати? БРДД зону метку там поставьте. У вас там ассисты есть. Кто-нибудь из вас поставьте. Чё там четвертой пати какое? Этот ром, кружок, чё там замедляют, бьют? Эл, ты кидаешь пытку в треугольник, хопка в кружочек. А я буду в ромбик кидать. Дрезаря не схожили. И не забывайте ханты свои ледяные ловушки кидать. Тотем замедления стоит ставить? Можешь ставить. Хорошо. И васап подиспелить чуму. Угу. Чё за босс? Тут во тьму надо заходить? Конечно, надо. Это будет на третьей фазе. Сейчас скоро ловушка будет. РДД. Чума. 2 секунды. 1 секунда чума. 0 секунд. Кидесница. Диспел. Сейчас ловушка будет, 0 секунд. РДД. Сейчас еще одна ловушка будет, 5 секунд. Стой, не видел. Стой на месте, стой. И достаю. 0 секунд. РДД. Чума. 2 секунды. Готовимся выносить. МК, на тебе выноси. Стал. Ловушка 1 секунда. РПДД. Иди потихоньку, милик. Пал тоже отводи. Сейчас еще одна ловушка будет, 5 секунд. 1 секунда. РДД. Веди милик. Миликов тоже веди. Сейчас чума будет. 1 секунда чума. Веди, веди, веди. Лок на тебе. Диспел его.
Сейчас ловушка будет. На попали ловушка. Аккуратнее там с ловушкой. За крылечком двигайтесь. Сейчас еще одна ловушка будет. Милики, повезло. Сейчас чума будет 2 секунды. Эллина, на тебе. Стойте здесь, у края стойте. Сейчас ловушка будет. РДД, аккуратнее, милики. Смотрите, где ловушка. То переходка пошла. Гимномана не забывай, потел. Берите дух. Гнев небес, утроп, кстати, первого Даш, герцогиня по моей команде. Берите второго дух. Что за гнев небес, что за жесть? Это еще один стан по Валькам. А, понял. Бассад поставишь рейд, на тебе звезда. Если за 5 секунд не будет слышно осквернение, кто-нибудь там скажет. Забери атму. Тотем ставить? Нет. Забираю троп. Если не сложно, Кригер, поешь тоже гимн на ману. Что-то пилы по мане все пиздец как растели. Давайте звезду. Звезду бегите. И точечно не останете. Сейчас потом все вальки будут. Милики будете влево выносить. На ком-то появится осквернение. Бьем. Крыжочку стан дайте, ромбику стан дайте. Герцогиня, давай, гнев небес. 2 секунды. Крыжочек влево, великий правее. Ромбик добейте, еще один стан дайте. Треугольник тоже стан. Давайте, давайте, бейте треугольник, добивайте его. Все, молодцы, гир даем. Звездочку, если что, становимся. Осквернение влево вынесите. Рейд правее. Сейчас внимательно, очень внимательно. В звезду, не в звезде стоите, алло. Звездочку, пожалуйста, встаньте. Все, выносите осквернение, на ком сейчас оно будет. А, ясно. Я не показал почему-то. Давайте бьем треугольник. Ну, станы давайте, где станы ваши? Были уже. Еще стан дайте, герцогиня. Дайте треугольнику стан. Заливайте ромбик. Ясно. Упустили ромбик. Давайте кружочку добейте. Пофигу на ромбик, не бейте, бейте или что. Осквернение 5 секунд, я знаю. 2 секунды осквернения. 1 секунда. Герцогиня на тебя. Все, давай, веди. И звездочку, пожалуйста, становитесь точечно в нее. В одно целое. Все, бьем валик. Крыжочку пока заливайте. Кто-то гнев небес, небес, давайте. Герцогиня. Ромбик добей, сейчас свернение будет. 2 секунды. Бейте ромбик. Треугольник улетел. Добейте ромбик. Я улетел. Бля. Сам на себя. Давайте. Давайте как вот первый вальк встанем. Как только они давайте. Выходят вали, не надо гнев небес. Давайте звезду. Вы, блядь. Залейте Кукуаси ману. Вот он, Миннер, когда шли. Ой, тоже есть, упал. Там маны пока хватает, давайте бьем. Таны даем. Сейчас осквернение будет. Сейчас осквернение будет. Так, на Локи повезло. Ромбик бейте. Ромбик заливайте. Блять, Терегоник сейчас улетит. Залейте ромбик, станы дайте. Залейте ромбик. Вот, спасибо. Ну. Повезло. Бьем лича. Так, ну захить. 5 хилов уже маны почти нет. Осквернение 5 секунд.
джем показать. Что, не было? Или меня опять не озвучивает? Ладно, давайте, звезду. Ты ебанулся, ты через всю платформу пробежал. Блять, бейте кружочек. Делать попустили. Залезьте хотя бы, кружочек. Бля, мне кажется, сейчас мы упадем от искренения. Танк умер. Да, да, это лайк. Мы уже от заражения подыхаем. Падайте. Заражение не выхиливает. Там кто-то из палов сейчас станет этим. Как только выходит Вальки, сразу дает гнев небес. Объясняю по поводу станов. Сначала дают станы, и у троп, как у него стан заканчивается, он дает сразу гнев небес. Герцогиня дает по моей команде гнев небес. Не надо кидать стан, и тут же гнев небес хуярить. ГКД потом у Валик снижается, и они потом становятся невосприимчивыми, и мы не можем им ничего дать. И Кукувася, ты свой щитман обновляешь вообще? Ты по мане садишься? Просто пиздец. Я что обновляю? Не знаю. Ты на переходке уже просел. Переходки нет. Не, после переходки. Не покажете мне. Ну, я там 10к хп, 10 команд просил просто, поэтому заранее. Поднимай сержа. Ну как аж. Уже Валька. Бегай. Лох шкаф поставит. Он у нас здесь. Ну, за сумони. Лох поставь, пожалуйста, шкаф. Ты тут? Джейми. Вот. Кого вас сум пульсуете? Тыкайте. Да, тыкайте наш. Ты видишь рейд в одной половине, ты на другую бежишь со своей звездой. Их похватало, в разные стороны полетели. А кто трусы замедляет? Трусы у нас замедляют утроп. Замедляет. А, замедляет, у нас есть АДК, у нас ханты есть. А... Но, на мне не было замедляет. Попка, если я не ошибаюсь, я ей сказал. Я полпути пролетел и потом просто рванул. С обрыва. Пекнус может? Ну, поменять пекнус замедление. Трусы, ты сказал, ты сам будешь давать. Не, я сказал Ромику буду давать. Давай если тогда снова сначала. Ховка, кидаешь трусам пытку. Эл кружочку, я Ромбику. Инту дайте. Аба. Я запускаю.
Сука, сегодня хотел пойти бегать, но пойду пить пиво, блядь. Так всегда. Это правильно, я считаю. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Ну да. Дайте, пожалуйста, Пасху Вурдалаку. Да кашлял. Дайте каску, Вурдалаку. Попал. Спасибо. Да будет так. Герои в атаку! 2 секунды. 1 секунда. 0. Бьем. Мелики. 5 секунд, чума. Кружочек, становитесь. Дарнирон. Исправ. Иди сюда. Ловушка. РДД. Ловушка, 2 секунды. РДД. Чума, 2 секунды. Громовой утес. Диспел. Ловушка, 2 секунды. РДД. Пал, отводи потихоньку. Ловушка, 2 секунды. РДД. Чума, 2 секунды. На мне. Диспел. Ловушка, 2 секунды. 1 секунда. Милики. Аккуратнее. Ловушка, 2 секунды. Папа, дайте лутруга. Кисаленка, дай ему, пожалуйста. Милики. Абу, выноси. Диспел. Заводи уже 70. Да, вы. Ой-ой-ой, блять. Давайте гимн на ХП, все гимн на ХП давайте. Сакру дай, Пала, если у тебя есть. Гимны на ХП давайте, давайте бегите сюда. Я что-то, блядь, застукал. Да, блин. Пилбокс подними с Кригера. И дадите ему фулбаб. И серж залезь ему ману. Утроп, блять, слови духов. Утроп, возьмешь духов. Сука, танк завис. Апилбокс, поднимай Кригера, быстрее поднимай его. И ману ему тут же заливай. Гимн на ману, пой, Эл. Спел уже. Блять, чего так поманится здесь? Кригер, давай тоже гимн на ману, давай. Чуть позже дам. Хорошо. Тогда пускай хопка отдает, а ты уже на... следующий первый отпеда. Не, сейчас я переведем дам. Ну хорошо тогда. Бейте следующего духа. Следующего бейте. Бейте. И громовой утес поднимешь, пожалуйста. Забери духа, 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 духа. Меня сейчас дух убьет. Блядь, да что с вами? А, серс поднимешь. Блядь, нет, падайте, нет. Короче. Там Аква завис. Кто завис? Ну там ПК завис, да, он говорил. Но... я его не расслышал, да. Как можно на духа давать диван? Дух вроде нельзя диваны кидать. Ты, может, танку там кинул, диван? Потому что на меня какого-то хера дух сорил.
Да, надо собираться. Нам еще и РСК убивать. Акму, как там у тебя с интернетом? Нормально, у меня не интернет, у меня Вовка сама повисла. Да ё-моё, что у вас сегодня? У Маши с интернетом, потом у тебя? У Васи с интернетом? Все важные люди. Это хилы и танки. Мир тебе, друг. Ну что, через чей-то вы... А, у тебя ладно. Но других там с инетом писали, что у меня с инетом проблема. Ощущение, будто у кого-то очередной... Так что сидит. Случилось? Ну пока ДК перезаходил, что, паладин не мог духов собрать, что ли? Как я собирал? Ну когда было на этом, на Шанане, у меня уже оба талантов когда были просто. Герцогиня с вас все сало диспелит. Она молодец. Перестайл, ставь свой шкаф. СС и потом не забудьте скинуть. У вас они уже должны откадышиться. Так, сумонин Фержа, герцогиня Кукувасю, Кригер сумонин. Давай, Кригер, сюда. Кукувасю сумонин. Так, кто у нас еще у нас? Кукувася, ты здесь? Да, да. Давайте фулбаф. Павлите. Ой. Хотите пожилой залупы рэп послушать? Что послушать? Рэп пожилой залупы. Нет. После рейда можно послушать. Я бы послушал в MP3 формате. Пока он спускается, да? Дайте тогда почтовый ящик. Я ему вчера письмо писал, минут 7 придумывал себе. Дайте почтовый ящик. Что тебе не хватает? Ну тупо рыпанулся вчера вечерком, как девочка. Васап, топор, вы где? Старые добрые. А чё, рыба есть? Всё, я запускаю. А рыба там стоит, да? А, вот вижу. Моя видит рыбу. Неужели прибыли, наконец, хвалёные силы света? Мне... Ой, блин. Стоп, я бы тебя звезду забрал. Васап, дай мне это пару советов, как... Кто? Как Зердрута лучше хилить? Более быструю, чем ты заслуживаешь, ну, за то, что... Ща, раб, забыл поесть. Вася, баб, гоняй. Ну, раскидываешь ход и... Как остаешь, короче, покадай и все. Да. Когда заражение, смотришь, если рейд сильно проседает, и кидаешь омоложение на самый просевший. Если не сильно, то покровительством поднимаешь всех. Ну и буйный по КД. Я пошутил, ничего про правительство. Да не, в смысле? Им только танка, если захилим. Или того, кого там уже мало хп. Правильно. Ловушка сейчас будет. РДД. Чума 5 секунд. Одна секунда ноль. Кригер на себе. Сейчас ловушка будет. Милики. Сейчас еще одна ловушка выйдет. Кружочек, встаньте, милики. Так. В дезоне нету. Танк на тебе. Патрон.
Да. Ой, сори, блин. Падаем. Только в ловушку не залетайте, пожалуйста. Так, упадем чисто и все. Дайте дивану. Ребята, соберитесь. Пришел. Фу-фу-фу-фу-фу. Вот, поставь шкаф. Блять, он баф с первого трайна, блять. Баф, да. С Мишкой МТ, блять. Может на Мишку зайти, а то хуйня реет какой-то. В натуре. Вот РП, а у тебя РПЛ есть? Там 100 есть. Там 100 тысяч хп, все решает. Ну, в принципе. Пи... А, блин, то есть аж... Тебе КДш не жалко будет? Ты типа друг зайдешь? И не знаю, я могу апплбокса спекнуть фила. Нахуя, мы чё из-за этого падаем, не понимаю. Да, он просто скучно сходил. Мишка, это психологический момент. Давайте, баф. Я же демон. Тебя Элим обгоняет, да? Где лапа, босс? Дайте лапу. И снова поехали. Блять, не могу... Не могу вспомнить, когда карьер ставил звезду на себя, кто там улетел вдруг. На второй волне в другую сторону. Если мы сейчас вайпнемся, я 7 гп потом буду начислять. Я только вот забыл первую... Не видели, что на второй волне улетел? А может это ты улетел? Да, я рейдингу. Да кинь кому-нибудь гп и все. Месяц назад я, по-моему, бухал. Кто-нибудь получите гп. Ну, он Роме кинь ГП, на. Ебаш. Да ему, наверное, пофигу на ГП. Ну, поэтому и хуйни. СС, Локи, потом я забудьте кинуть. Да будет так. Герои в атаку! 5 секунд до боя. 2 секунды. 1 секунда. Сейчас скоро ловушка будет. Невелики. Чума 2 секунды. Зараза на тебе. Диспел. Ловушка сейчас будет. РДД. Сейчас еще ловушка будет. РДД.
чума 2 секунды. 1 секунда чума. Триггер на тебя. Диспел. Сейчас скоро ловушка будет. Миленький. Великий. Сейчас еще одну ложку будет 2 секунды. РДД. Чума 2 секунды. Фотка сидит. Аппелбокс. Беги потом к РДД зоне. Ложка появится 2 секунды. РДД. Веди уже к РДД зоне. Ой, веди, веди. Чё ближе веди? Уже скоро переходка будет. Веди уже, милик. Все, давайте. На край веди. Давайте ближе к краю. Зараза, выноси. Линкуйся и выноси. Давайте, переводите, вас залечает. Захиливайте. На мелком здесь. Бля, звезду ставлю. Забирай вижу. Звезду. Ай, пизда. Сейчас парит, побежит. Бейте дух. Заливайте шапешники и ханты сферы. Я чума. Выносите ее. Выноси с хаба. Бля, иди шпельте. Пускай вас ап диспелит, а вы чему потихоньку выносите? Да уже вынес. А пилбок залей кукуваси ману. Блять, ты там точно обновляешь свой щит маны? Потому что ты садишься. Встань нахуй. Кукуваси. Бейте следующего духа. А пилбок залей ману кукуваси. Тебе только что залили. Возможно так сесть. Я ж тебе говорил, он походу не обновляет его. Хватит бить. Серж. А, хотел он. Давайте звезду. Метку на тебя посадку ставлю. Он стоит. Звезду установить. В одно целое. Милики свое свернение будете влево выносить, как оно появится. И станы свои не забываем. И тарапухан ты свои не забывайте. Бейте, Валик. Давай, стан. Рицогиня. Сейчас скринее будет киселенок. Я сказал влево выносить, а не вправо. Добивайте ромбик. Ромбик добейте. Ну. Ясно. Треугольник можете уже не бить, вы не успеете. Да успеете. Да какой там 400 тонн? Вы охуели что ли, бля? Сейчас на ХДД будем менять. Заебал этот рейд нам. Ну, тоже уже заебал. Звездочку встаньте. А как огурчик будешь ли, что встанет, я тебя буду верить кого. Так что стой возле милик. Так, одного лока схватило. Давайте сейчас осквернение. Повезло. Бейте, ромбик. Ромбику стан дайте. Герцогиня, дай ему стан. Как огурчик, дай треугольник стан. Добивайте ромбик и потом треугольник. Треугольник сейчас бейте, иначе я улечу. Сейчас осквернение будет 5 секунд. Бля. Ховка, спой уже гимн потом на ман. Потому что, блядь, рейд проседает, пиздец, из... по мане. Кукуваси, ты походу его точно не обновляешь. Давайте звезду. Так. Кружочек бейте. Ты вообще нихуя не бьете, блядь. Почему вы отбьете? Давайте ромбику стан, ромбику стан дайте, ромбику стан дайте, кто-нибудь. О, ясно, бьем личика. Вы что, обкуренные что ли? Нахуя вы одну метку-то бьете? Две метки летит, все надо бить, ебаный брод. В ту сторону. Звездочку становитесь.
Так, сейчас расквернение будет, бейте себе кружочек. Милики влево выносит. Не вправо. Троп на тебе. Доливайте ромбик, герцогиня, стан. Хагурчик, дашь ромбику точно стан. Угу. Давайте, добивайте уже его. Трусы. Трусы бейте. Блять, давайте добивайте уже его. Пух, чуть шуман не отвалился. Пейте лича. Осталось вернее. Блять, я чуть я уже броню забыл, повезло, что он локи был. Давайте снова валик бьем. Блять, в разные стороны полетели. Ромбик, бейте тоже. Бейте ромбик тоже. В общем, ромбик пропускает. Уже поздно. Кружочки так добейте, стан дайте что-нибудь. Сейчас сквернение сейчас будет. 10 секунды. Десница, молодец. Давайте звезду. У нас Кукуаси сдох. Бля. Переводите 2%. Так, на край веди уже. Веди его уже на край, ДК. Станы вальком, бейте всилич. На край его веди. Да-да-да, веди, веди его. Убейте лича. Как огурчику ману зальете. Прыгаем. Попка поешь, жгим на ману. КД. Точно, ты что? 20 секунд твоего КД. Бля, Серж, если у тебя инер КДшился, заливай как огурчик. На платформе кто-то есть? Я пока не могу почитать. На платформе никого. ШП бей духа. Ой, бейте следующего сферы. Духа. Сферы все бейте, ШПшники, абсолютно все. Да все РДД бейте, надо. Один ШПшник рейдит. У нас их два. Да все нахуй бейте. Берите старого духа. Так-то. Берите нового духа. Этого я залил. Насад поводишь рейд в комнате. Лови. Бейте пока старого духа. Блять, хилов уже маны нет. Хил сейчас спою. Не, сейчас. Да хотя бы, блядь. Не, ну ладно, уже спел. Сейчас нас комнаты просто кинет. Или к столу. Молодец. За звездой там двигайтесь. Побежали. РДДшники, бейте там. Под головой. У нас, кстати, герма не давали. Можем после этой комнаты дать. Ты пиздец, потому что. Это молодость. После этой комнаты дадим. Вы упали или нет? Надо давать. Нет. Надо давать. Надо духов сначала добить, после на следующий дать. Давайте так, следующий. Раз у меня все-таки дышится, бейте пока духов, шипешки похлопаете. Духов пока бейте и подведи лича к духам. Могли хоть какой-то ТВЕ давать. Добейте духов, милики тоже пока добейте. Одного духа. Шипешки в тучке. И за спину лича станьте и акму поверни лича. Если что, панцирь ты разжмешь свой. Разжимай панцирь, да, молодец. И вот так вот и хлоп. Потихонечку выведи. Нам терпится никуда. Че он встал? Я хуй знает, что подойди поближе, поближе. На утробе, на утробе. Отойдите от духов. Забери ее. Бля, что-нибудь сделайте. Ты чё вообще был за баг такой? Я ещё такой не вижу. Я такая же рейка. Сука, любой тот день, нахуй. Да днём, нас на протопали просто. Может, я ставлю человека, я не понял. Не знаю.
Элем, ты сам там встанешь? Давайте за звездочкой. Бейте двух над головой. Шаман, как мы выйдем, встаешь и прижимаешь свой гир. После комнаты будет осквернение. Он написал, что не может сам встать. Ты не видишь этого? Блять, говорит, от чата включен. Тогда ты можешь. Тогда мы хуже. А вы сердце подвигаешь, ТД. Не, у нас. У тебя что, у ЭДБР нет, у нас мне осквернение. Есть. Так ты можешь его поднимешь? Он валяется сейчас, возле. Сейчас. За спину лича остановитесь. А ты Акма всегда становись в сторону духов. Давай, Гилера свой прожимай. Бьем. Сейчас осквернение будет. Влево милики вынесите. Одна секунда. Герцогиня. Потихоньку выведи. Блять, да хули вы под духами делаете? А не тролли. Звездочку становитесь, видите к ним. Духов, духов бейте там. После комнаты будет осквернение. Потихоньку только его веди. Ой, бля. Давайте 8 лямов, у нас берса минут. Ману как вырчику заливайте. Кирилл, у тебя там есть пет? Или тебе хватит ману? В общем, по багу. Короче, дух летит в БДК, поэтому я даю их духом асталт и лично не дергать. Говори, кто первый будет бабл нажимать и танчить. Вот я вот сейчас хотел ходить. Кисленка, прожимаешь бабл и там... Герцогиня. И у герцогини КД? Вот, все, у тебя на КД. Духа пить. У меня срезку я прожму. Не, пускай сначала герцогиня, прожмешь бабл, станутишь босса. И будешь его бить. Потом, пускай... Утро, давай ты тоже прожмешь потом собабу, останутишь босса. И потом уже у нас есть КВРчик, тоже можно останутить босса. И стоять хилить. После выхода из комнаты 2 секунды. Ясно. Тогда герцогиня у нас и КВРчик, давайте. Бейте лича, уйдите от духа. Сильнее лича, бейте. Куда ты забираешь Акму? Бейте лича. Лича, давай тебе стреляма. Давайте, давайте. Вот, бейте, кастует, пока стрель, бейте его. Добьете как раз. Сейчас утро балки сбуду. Давай, убей. Ай, блядь, красавцы, блядь. Всем спасибо, пока. Тоже стали смерти Макгрегора посмотреть, от чего я сдох, от духа? Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Вот, на. Из моих слов...
Я вообще не понимаю, зачем мы его забирали с этого, с герцогини Лича. На нем же баба лысит, он может спокойно стоять и танчить его. А что, упали или убили? Убили. Упали. Сейчас и убьем. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать. Сейчас на ханта зайду, ЕП зачистите, окей? Хорошо. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Чё, кстати, не напомнили по поводу Гер. Я про неё, бляха, забыл. Твоя команда, да? Да блин, уже сколько раз мы ходим, уже понятно, что всегда как первую волну заливаем, сразу гир даем. Это же, блин, не первый раз ходим. Я единственное, где жду момента, когда хожу за лем, когда вроде гир, это на лане и на синергосе. Ну, на ребре с пула, с гниля с пула, страфа уже как выберет цели. Что тут сложно? Уже запомнить. То же самое в РСК. Свет зашли, сразу веру, блин. Пивать уже этого лича. Когда уже настанет тот момент, когда мы не будем заходить в РК, а будем сами все делать. Если 25 васабов будет, то... Хорошо, если 25 васабов. Я прикольно. Ну, хотя тут, по сути, много новичков. Те, кто играет даже меньше года. Так, Глора упала. Падение упало. И покоритель. Сейчас я отдам все, секундочку. Потолутанул сундук. Бля.